Здравствуйте, дамы и господа. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Собственно, сейчас только что проводили технико-экономический вебинар для новичков. И в связи с этим я сейчас открою опросник. Отвечайте, пожалуйста, только новички. То есть, чтобы понимать, вообще мы отслеживаем статистику, сколько людей решили остаться на расширенный вебинар. То есть, статистика для нас это очень интересно, очень показательно. И показательно она также для людей, которые начинают приглашать на расширенный технико-экономический вебинар, а также для новичков. Повторяю, голосовать только новичкам. Те, кто были на вебинаре для новичков первый раз. И на самом деле там методика, та логика именно двойных вебинаров, она дает свои плоды, так как мы нащупали действительно очень важную такую стратегию вебинарную. Человек, который только погружается в проект, многие хотят не ждать неделю, либо смотреть в записи, а посмотреть уже вживую расширенный технико-экономический вебинар, на котором мы с Сергеем Анатольевичем освещаем и даем описание различным событиям экономическим, собственно, различным событиям, которые предстоят к увидению как мировой экономики, так и в технологическом аспекте и плане. И вот статистика, она говорит сама за себя, на самом деле 100% в основном это коэффициент перехода людей, которые услышали о технологии Skyway. И на самом деле я этой статистике очень рад и не удивлен, потому что я сам когда-то в первый раз, как и многие старички, послушал в первый раз Сергея Анатольевича Сибирякова, Анатолия Эдуардовича Юницкого. Обязательно найдите вебинар, и я думаю, что найду, сброшу вебинар в конце вебинара. Первый вебинар, который на канале еще Сергея Семенова находится, где Анатолий Эдуардович Юницкий в маленьком окошке вот как бы в этом углу находился. И меня он просто шокировал в положительном смысле этого слова. Я после услышанного и увиденного, ну вот увиденного особо не видел Анатолия Эдуардовича Юницкого, я решил, что этот проект нужно развивать. Здесь действительно нужно строить сеть, что многие интернет-бизнесмены, предприниматели, те люди, которые имеют сети в традиционном бизнесе, умеют делать. И сейчас на самом деле присоединяется большое количество людей как сетевой направленности, так и традиционные предприниматели, так и люди, которые просто желают инвестировать в свое будущее, давать шанс будущим детям на уже достойные места в будущем мире. И, соответственно, та идея, которая нас с вами всех движет, то, что мы можем реализовать это все вместе с посредством народного финансирования. И на самом деле это замечательно, это супер. Этим способом будут развиваться после нас многие корпорации, многие гиганты, именно посредством построения корпорации через сеть, сетевое построение корпорации. Также мы сейчас выстраиваем логику инвестпроводящей системы параллельно с сетью адресных проектов, и мы начинаем реализацию сети Transnet, сети ближайшего будущего. Это сеть, которая будет следовать за интернет, сеть нового поколения. Единая транспортная, в первую очередь, энергетическая, коммуникационная. Те регионы, куда будет приходить данная сеть, будут получать энергию, освещение, цивилизация, так сказать, в эти регионы. Потому что там появится Wi-Fi, там появится инфраструктура. Самое дорогое на самом деле по затратам и самое необходимое. То есть, если в отдаленные места не пришла инфраструктура, то, соответственно, люди там будут жить
без какого-либо желания, без комфорта, с желанием мигрировать, переехать в другие районы. А сейчас та программа, которая инициирована Владимиром Владимировичем Путиным по раздаче земли, также ПО Евразия будет принимать участие и брать землю именно в качестве паев, раздавать именно по тем территориям, по которым будет считать руководство нужным. Но этот локомотив уже тронулся, и стоит понимать, что возвращаются те времена, когда во времена Столыпина еще раздавалась земля, когда осваивалась Сибирь, и сейчас будет осваиваться оставшаяся часть Российской Федерации. И, друзья, я могу сказать, что на самом деле те регионы, куда придет сеть Транснет, они будут абсолютно пригодны для жизни. Естественно, мы не будем строить жилые районы в суровых условиях на севере, в суровых условиях, в первую очередь, для жизни человека. Но те месторождения, которые на сегодняшний день невозможно освоить, которым невозможно подвести железную дорогу, невозможно другим образом перевозить как-то товары и грузы, соответственно, их в полной мере можно будет освоить, сформировать высокоокупаемые адресные проекты по освоению месторождений, которые уже инициированы в Австралии. И, собственно, Виктор Бабурин, директор по развитию группы компании Skyway, и Анатолий Эдуардович Юницкий, либо вместе, либо как минимум Виктор Бабурин поедут уже с делегацией в Австралию для конкретного общения с Родом Хуком, с потенциальными инвесторами, с людьми, которые уже из высших эшелонов, так скажем, занимаются адресными проектами. Естественно, с самим Родом Хуком, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии. И все это придет к подписанию конкретных контрактов. Более того, австралийцы, я могу сказать, что готовы зафинансировать сами свои проекты, свои адресные проекты. Это не может не радовать и расстраивает очень серьезно американских банкиров, которые ждали на самом деле результатов анализа австралийскими учеными, когда изъездили вдоль и поперек саму головную компанию, технологию перепроверили на много раз, и те декларации, те суждения, те патенты, которые принял Анатолий Эдуардович Юницкий. И после многочисленных проверок пришли к выводу, что да, это действительно струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это самый перспективный транспорт на сегодняшний день на Земле, на всей планете Земля, во всем мире. И это будет подкреплено бумагой. То есть сейчас готовится определенный пакет документов, который состоял всего лишь из нескольких страниц. И сейчас это будет 10-20 страниц, то есть документ увеличивается, которые австралийские ученые, те люди, которые имеют право и сертификацию, и вообще разрешение исследовать подобные вещи, все перепроверили и сделали выводы, о которых я вам сказал. Соответственно, это будет на английском, наверняка будет переведено на русский, будет железобетонными аргументами при общении как минимум с иностранными инвесторами. Что касается русских инвесторов, то также происходят достаточно серьезные переговоры в высших эшелонах властей, не только с чиновниками, но и происходят те телодвижения, которые не хотелось бы пока что освещать на вебинарах, но, друзья, я могу сказать, что все движется в нужном русле, вы увидите результат. То есть я абсолютно поддерживаю логику и стратегию Виктора Брина, директора по развитию международной корпорации Skyway, что нужно показывать уже с конкретным результатом, что касается именно договоренностей с высшими эшелонами властей. Но все развивается очень и очень радужно. Друзья, на самом деле нас приглашает уже на многие экономические форумы, то есть Красноярский пройдет экономический форум, на Ялтинский сейчас прорабатываем вопрос по участию, причем на Ялтинском будет присутствовать сам президент Российской Федерации.
И что я могу сказать вам, дамы и господа, 2016 год это будет годом Skyway. Это будет второй этап становления Transnet. Первый этап у нас произошел в 2001 году при финансировании Александром Ивановичем Лебедем. То есть в честь Александра Ивановича будет назван не один, так скажем, адресный проект. И мы отдаем дань этому человеку, который трагически погиб, но начал шествие и движение технологии Skyway, сети Internet по всей планете. И сейчас на ближайшее время планируется обсуждение по Санкт-Петербургу, по Москве, что касается адресных проектов. Сейчас будут подготовлены Skyway Invest Group определенные идеи, которые зацепят абсолютно каждого жителя России, Украины, Белоруссии, Европы. Соответственно, мы сможем оповещать и привлекать в наш проект еще большее население. То есть будут Skyway Invest Group подготовлены очень мощные инструменты, которые вы увидите, я думаю, уже в феврале. И, друзья, все направлено на то, чтобы увеличить наш потенциал, увеличить наш поток. Пожалуйста, кстати, я забыл включить опросник для тех, кто уже присутствовал на вебинаре подобном. То есть, пожалуйста, пройдите опросник, тоже очень важно для статистики. Многие люди уже пятый и более раз присутствуют. Многие ждут технико-экономических вебинаров, потому что здесь анализируются многие аспекты как мировой экономики, так и мировых событий. Но, друзья, одно я могу сказать, надвигается шторм, надвигается серьезное очень событие для России в первую очередь. Мы задраиваем люки, мы закручиваем гайки, мы сокращаем бюджет, мы увеличиваем налоги. Это в какой-то мере правильные меры, но на самом деле сейчас можно сказать, что выход только инновационная технология, модернизация, и только этот выход может увеличить ВВП и вывести нашу страну из кризиса, из того затяжного кризиса, который является только начальным, то есть будет все значительно по-иному, так скажем, в будущем. Если высшие эшелоны властей не увидят, не услышат, соответственно, технологию Skyway, и я могу сказать, что на одном из разговоров по направлению, допустим, юнибайков, я услышал, что, оказывается, французы подобное направление также делают, так как это действительно выгодная ниша, то есть это туристический бизнес, который уходит на второй уровень. И замечательно, что с Сергеем Анатольевичем мы это продумали. Более полугода эта стратегия уже принята. В феврале вы увидите, в марте уже, что юнибайки, скорее всего, это будет, так скажем, засекречено пока что, то есть, но они будут уже созданы в материальном виде, первые юнибайки, и поедут, соответственно, весна, я говорю всегда максимум осень, но у нас есть все шансы и все возможности, что первые юнибайки поедут весной. Что касается, так, чата, Сергей Анатольевич на данном вебинаре будет припоздниться, так как очень серьезные переговоры, на самом деле график сейчас сильно, так скажем, усложняется, очень жестким становится график. Но, друзья, я думаю, каждый, кто живет Skyway, четко для себя осознает, для чего он это делает, ради чего, для какой цели. И мы готовы увеличивать нагрузки еще, мы готовы проводить по 2, по 3 вебинара, если это потребуется, для новичков, расширенных на различные темы. И как раз-таки Сергей Анатольевич сейчас находился на переговорах по инвестированию уже на крупные суммы. Большой пул инвесторов, который наблюдал за развитием проекта. И сейчас многие уже сломлены результатами развития проекта, инвестируют от 10 до 50 тысяч долларов и выше. И, друзья, самое интересное, что каждый из нас с вами может это сделать. Это самый такой радостный момент для новичков, что здесь нет преград ни для кого. И, друзья, опросник, благодарю, что все ответили.
большое количество на самом деле новичков у нас присутствует. Я расскажу со своей точки зрения, со своей логики о том, о чем с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым мы додумались и именно в качестве научной точки зрения представляем вам как Юницкого именно в сравнении с Элоном Маском, с Ричардом Раймондом, техническим директором Google по искусственному интеллекту, то есть Раймонд Курцвелл. И, соответственно, сейчас я расскажу новичкам, почему действительно вот такие гиганты пятого технологического уклада, то есть эпохи интернет, телекоммуникации, эпохи развития микроэлектронной, процессорной техники, находятся на одной ступени с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Более того, скажу, что Анатолий Эдуардович Юницкий значительно перешагнул эту ступень. Потому что ту стратегию, ту концепцию, которую Элон Маск вывел, то есть технология Powerwall, это независимые источники альтернативной энергии, которые будут принять логику освещения, отапливания любого жилища, любого подвижного состава. Это абсолютно увязывается в логику Анатолия Эдуардовича Юницкого и Раймонда Курцвелла также, что к 2030 году уже не будет фактически в существующем виде энергетических сетей, то есть не будет труб, не будет нефти, газа, проводов и так далее. Будет уже сеть альтернативной энергетики. Более того, я вам могу сказать такую концепцию, пример, как появится такое понятие, как фитнес-энергия. Что такое фитнес-энергия, спросите вы? Фитнес-энергия – это то, когда можно будет вырабатывать энергию от мышечной деятельности человека и запитывать ею аккумулятор. Подумайте, сколько времени вы тратите в спортзале, тот, кто ходит в спортзал, и занимаясь какими-либо физическими упражнениями. Представьте, что эту энергию можно генерировать накапливание энергии в вашем аккумуляторе, в вашем подвижном составе, в юнибайке. Представьте, что действительно это станет возможно уже в ближайшее время, потому что юнибайки будут запитываться, соответственно, с помощью в том числе велотяги, то есть мышечной силы. И, друзья, на самом деле, появится на следующих вебинарах, мы будем раскрывать более так серьезно эту концепцию, появятся целые фитнес-энергоцентры, то есть энергорумы и так далее, от слова комната. И человек, который занимается спортом, в том числе, он сможет накапливать либо баллы, либо бонусы и тратить их в сети Transnet. Это замечательно, это придумка, которая, так скажем, на миллион долларов, потому что на сегодняшний день эта энергия не расходуется. Я думаю, что все из нас с вами занимаются физическими упражнениями. И, соответственно, люди, которые крутят педали, они будут меньше тратить энергии на перемещение подвижного состава. И, соответственно, аккумулятор типа Powerwall, он уже будет запитываться, заряжаться именно в фитнес-энергоцентрах. Фитнес, соответственно, мы не будем тратить дополнительных средств и так далее на запитывание нашего аккумулятора. Мы сможем брать их уже из данных фитнес-энергорумов. То есть такая концепция, она тоже возможна и абсолютно входит в логику Илона Маска по запитыванию Powerwall. То есть это очень компактные аккумуляторы, используемый источник альтернативной энергии. И, друзья, на самом деле Герман Греф, кто-то относится к нему положительным образом, кто-то отрицательным. Но он сказал очень такую, которая характеризует сегодняшнюю эпоху, то, что нефтяной век вообще в мире закончился. И очень важное такое понимание и понятие, что Россия сейчас, мы фактически
находимся в стадии дауншифтинга. То есть, что такое дауншифтинг? Кто такой дауншифтер? Это тот, кто осознанно скатывается в нищету. И, друзья, на самом деле, да, мы осознанно скатились в нищету, и та ситуация, которая на сегодняшний день нас заполонила, так скажем, наша зависимость от нефтяной иглы, наша, соответственно, невозможность вообще изменить текущий исход событий, если не народное финансирование Skyway и, соответственно, не создание высшими эшелонами властей высокой инновационной, модернизационной экономики, этого не сделать за то время, которое отведено на самом деле российской экономике. И поэтому спасением будет являться как раз-таки технология Skyway. И индивидуальные домохозяйства на основе новой альтернативной энергии, которую предлагает Илон Маск, они абсолютно увязываются в логику как Раймонда Курцвелла, так и в логику Анатолия Эдуардовича Юницкого, что вообще как бы технология должна быть экогенной, что должно больше использоваться как солнечные батареи. Более того, я вам скажу, Илон Маск это продолжит и, скорее всего, получится это сделать лучше Илона Маска, более компактно, более прогрессивно, более энергоэффективно, несмотря на то, что это будут альтернативные виды источника энергии. И, соответственно, шестой технологический уклад вот формирует действительно вот эти вот гиганты. Раймонд Свелл, я неоднократно говорил на своих выступлениях в вебинарах технико-экономических, предсказал многие события, которые на сегодняшний день уже произошли в мире. То есть это появление интернет, это появление первого компьютера. И уже в ближайшем будущем Раймонд Курцвелл предсказывает, что автомобили будут передвигаться за счет искусственного интеллекта. То есть будет снижен человеческий фактор, но с тем я не могу быть точно уверенным, что на тот момент не будет перемещаться именно за рулем. То есть это запрещать, контролировать, каким образом это будет формироваться. И никто даже не догадывается, никто не двигается в этом логике, что на самом деле вектор развития, направление, маршрут совершенно иной. Это вывод транспорта на второй уровень. То есть с выводом именно транспорта на второй уровень будут значительно сокращены ДТП, количество ДТП, значительно вообще уменьшит количество летальных исходов при дорожно-транспортных происшествиях. И на самом деле та логика, даже которую закладывает Раймонд Курцвелл, то, что будет создано компьютеры именно мощностью в десятки терабайт. Вдумайтесь в это, десятки терабайт мощность процессора будет. На самом деле эту мощность как раз-таки будет закладывать также сеть Transnet, так как каждый перемещающийся транспортный подвижной состав будет являться технологическим андроидом, транспортным андроидом. То есть это трансгаджет. Такое вот понятие тоже было введено, как гаджет, iPhone, допустим, Samsung. Но на самом деле Nibus, Unibike, они будут таким же трансгаджетом. Просто сеть из мобильных сетей, техническое воплощение на втором уровне. И, соответственно, будет уже тот факт, что грузы и товары перемещаются сейчас не так быстро, как информация, он будет исключен. И, друзья, на самом деле сейчас происходят такие события в мировой экономике, что можно очень легко предположить, что Transnet, Skyway будут иметь очень серьезный эффект для развития всей мировой экономики. Я вам хочу привести такой интересный аспект, факт, как так называемая остановка мировой торговли. То есть индекс Baltic Dry уже находится на низких отметках. Он находился на серьезных таких отметках в 2008 году, то есть это кризис, идущий именно мирового значения. И, соответственно, сейчас он приближается уже с 1000, опустился до ниже 300.
300 пунктов. То есть это индекс очень важен именно для морских перевозок. И если раньше мы были уверены, что те регионы, куда не может прийти автомобильный транспорт в виде именно логистических перевозок, железнодорожный транспорт, а скорость перемещения средняя подвижного состава железнодорожного это 15-20 км в час, можно это заменить и, так скажем, уравновесить морскими перевозками. Но когда индекс Baltic Dry, который отражает усредненные цены на перевозку сухих грузов по 20 основным морским торговым маршрутам падает, друзья, это заставляет задуматься. Когда индексы, показатель Dow Jones, это показатель вообще промышленности и американской экономики, в какой-то экономике падает, также заставляет очень серьезно задуматься. Когда китайский фондовый рынок рушится, ожидается очень серьезные глобальные изменения, и что-то произойдет. Как раз-таки что-то – это смена человеческого уклада. Это именно окончание вот этих волн, то есть с рассвета пятый технологический уклад перешел к развитию, и сейчас будет плавно подходить к окончанию, к упадку и, соответственно, затуханию. И параллельно с ним будет развиваться именно пятый технологический уклад. Шестой технологический уклад, извиняюсь. Шестой технологический уклад в таком именно аспекте, как описываем мы на наших фонарях, не описывал никто. Но от направления нанофотоники, от направления биотехнологий, биоинженерии. И более того, мы можем сказать, что как раз-таки основополагателем и одним из родоначальников биоинженеры нового поколения будет Анатолий Эдуардович Юницкий. Потому что будет использовано такое важное понятие, как гумус. Это плодородный слой почвы, который через сеть Transnet будет вмещаться просто в пластинах. И, соответственно, каждый сможет взращивать на крыше своего экохауса, то есть это уже логика линейных городов, те продукты, те фрукты, овощи, которые он желает взращивать со стопроцентной экологичностью. И, друзья, даже тот факт, что многие деревья, которые были выкорчены на территории экотехнопарка, переработаны в гумус, это микропоказатель, микромодель того, что будет делать Транснет с современным миром, не влияя, а именно улучшая и оживляя экологию, оживляя почвы и, соответственно, уводя нас от генных мутационных продуктов, продуктов геномодифицированной инженерии, то есть те продукты, которые невозможно сейчас и нельзя вообще просто употреблять в пищу. И, соответственно, направление сельского хозяйства, оно серьезно преобразится, значительно преобразится, и даже анкерные опоры, которые будут являться станциями, на них будут располагаться теплицы, и, соответственно, если вам нравится заниматься сельским хозяйством, то будете им заниматься. Если нет, то им будут заниматься специальные службы, специальные бригады. И, соответственно, в этом заключается один из наших слоганов, лозунгов именно Transnet, именно вот Transnet Group, что каждый получит в зависимости от своих способностей по потребностям. То есть это можно как бы сравнить с одним из лозунгов марксистов. И, друзья, на самом деле тот мир, который будет создаваться Skyway, это несколько другой мир. Никто не отказывается от направления нанофотоника. Никто не говорит, что не будет развиваться робототехника и искусственный интеллект. Но интеллект, он будет переходить в несколько иное значение. И замечательно, что Элон Маск создал некоммерческий фонд, партнерство, некоммерческое партнерство по выявлению именно особенностей развития искусственного интеллекта в негативном влиянии на человека. И это очень важно, потому что
нет смысла развивать способности искусственного интеллекта, нет смысла создавать андроидов, если они будут пагубно и отрицательно влиять на нашу жизнь. И я думаю, что все помнят голливудские фильмы и так далее. На самом деле, по теории Курцвелла, Раймонда Курцвелла, технической сингулярности, мы можем приблизиться уже в 2040 году при данном развитии, которое происходит сейчас, при поступательном движении, экспоненциальном росте именно технологического прогресса, мы можем приблизиться к тому, что искусственный интеллект, потенциал искусственного интеллекта будет превосходить потенциал нашего головного мозга. И нам придется подсоединяться просто в облако интернет, чтобы получать знания. Друзья, я, честно, не хочу подсоединяться к микрочипам, я не хочу вживлять в себе сверхпроизводительные чипы. Я хочу жить человеческой жизнью и перемещаться на транспорте, который, собственно, мы с вами создаем и двигаем. Без вас, без ваших стараний и усилий ничего не было бы сделано абсолютно. И без миллионов людей, которые будут поддерживать технологию Skyway, лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, я думаю, десятков миллионов, не будет перехода на седьмой технологический уклад. Это одна из основных целей сохранения планеты для наших будущих поколений. То есть мало именно изменить экологию, сделать экологию живой, вновь родить экологию и озеленить планету, но необходимо вывести промышленность в открытый космос. И как раз-таки, когда будет выведена промышленность в открытый космос, мы сможем получать те сплавы даже материалов, о которых даже не снилось, то, что у нас происходит в современных методах промышленного производства. Будут очень чистые металлы, виды стали и так далее. И, соответственно, это позволит построить дешевле даже те дополнительные элементы транспортной, именно орбитальной уже геостационарной системы, которая будет формировать седьмой технологический уклад и выводить действительно все вредные производства в открытый космос. Я думаю, что это очень важно при донесении до каждого человека, живущего сегодня на Земле, при учете того, что Анатолий Эдуардович Юницкий позиционирует, что примерно за 60-70 лет мы можем пройти точку невозврата. И на самом деле сегодня мы двигаем не просто струнный транспорт, мы спасаем планету. Это слоган и лозунг нужно помнить всегда, потому что мы спасаем мировую экономику. Я не буду затрагивать политику, об этом расскажет более подробно Сергей Анатольевич Сибиряков. Но одно я могу сказать точно, что мы спасаем Россию, мы спасаем те отсталые страны, которые не имеют возможности с помощью существующих транспортных средств развить сегодняшнюю экономику свою, освоить те месторождения, которые на сегодняшний день неосваиваемые. Это способствует снижению потенциала и необходимости проведения войн, каких-то локальных, глобальных конфликтов. Это объединяет мир. Поэтому, собственно, мы декларируем, что действительно Транснет объединяет мир. И поэтому мы объединяем мир, объединять мир – это наша работа. Друзья, это то, что делает каждый из нас с вами каждый день, каждый час. Некоторые это то, из-за чего, собственно, Сергей Анатольевич Сибиряков сегодня задерживается. Он проводит очень серьезные переговоры поздним вечером. Я думаю, что многие из вас, кто значительный вклад привносит в развитие всего проекта Skyway, и вечером, и если это потребуется ночью, и даже рано утром, проводят переговоры. Потому что недолго тот час, когда мы все будем вспоминать уже с улыбкой на лице, как тяжело было начинать, уже, собственно, вспоминается, как тяжело было начинать строить сеть еще в 2014 году, как неохотно присоединялись люди, когда не была абсолютно отлажена система народного
крауд, именно то, что мы сейчас принесет плоды в первую очередь нам с вами и, естественно, во вторую очередь, которая нисколько не менее важна, это, собственно, нашим будущим поколениям и тем государствам, которые на сегодняшний день, ввиду надвигающейся бури экономической, не смогут выплыть, не смог выжить. И, соответственно, сегодня технология Skyway сможет им дать спасательный круг, и все желающие смогут взойти в народный экономический ковчег. Если говорить про потенциал, вообще то, что будет заменено в виде альтернативных источников энергии, в виде энергоэффективной вообще транспортной системы Skyway, все это заменит огромное количество потребления нефти на Земле. То есть то, что формирует Илон Маск, абсолютно оправдывает прогнозы Раймонда Курцвелла. То, что действительно в 2030 году все будет переходить на альтернативную энергетику. И, друзья, тот маленький вклад, который мы с вами привносим в виде привлечения инвестиций, в виде информирования о данном проекте нашем, в виде инициирования адресных проектов, из малого складывается великое, то есть из небольших ручейков складываются озера, реки и даже океаны. И все мы с вами — это большой океан, большой, так скажем, Солярис, который складывает сеть нового поколения, мышление нового поколения, общность людей нового поколения и то, что будет формировать, не побоюсь этого слова, новую экономику. И как раз-таки еще одно очень важное понятие – сеть Transnet. Представьте, миллионы юнибусов, миллионы юнибайков будут перемещаться по сети, но каждый из юнибайков обладает процессором. И как раз-таки в этой логике можно предположить, что Раймонд Курцвелл был прав в своих предсказаниях, что на 1000 терабайт будут сформированы глобальные компьютеры, и как раз-таки глобальным мозгом, электронной базой данных. И в конце вебинара для новичков я обязательно поставлю ролик, в первую очередь рекомендую посмотреть новичкам по машинному зрению. То, что наши подвижные составы смогут анализировать и вообще изучать, принимать и передавать другим новым подвижным, вновь рожденным составам информацию даже о личности человека. То есть неприятель не пройдет на станцию Skyway. И, соответственно, те люди, которые переступили закон, сразу будут моментально вычислены и приедут отряды мгновенного реагирования. И, соответственно, данные люди, которые могут нести опасность обществу, будут обезврежены. На самом деле, та идея, которую Анатолий Эдуардович Юницкий несет в массу именно технологическую, те идеи, которые он привносит, они все реализуются. Одна из них – это машинное зрение, что технологический подвижной состав будет обладать осязанием, зрением. Это, так скажем, набор различных камер, как видимого диапазона инфракрасного зрения, так и дальнего инфракрасного зрения, так и различных радиолокационных уже сигналов, которые сопряжены уже с серьезными вычислительными устройствами, на основе которых формируется готовая картинка. Это примерно как мы смотрим сегодня вокруг, как мы видим глазами, все это поступает информация в виде электроимпульса в мозг, и мы видим картинку, мы четко осознаем, понимаем, что то, что мы видим, это отражение, соответственно, нашего зрения. И таким же отражением будет то, что видит каждый юнибайк, будет складываться общая концепция и общая картинка, которая будет, соответственно, формировать общее видение сети Transnet. Можно это сравнить с глобальным таким гигакомпьютером. И, друзья, на самом деле вот то, что планируется уже на сегодняшний день по адресным проектам,
Это очень серьезный задел. Я не говорю про адресные проекты, которые инициирует головная компания. Мы о них не знаем. То есть это держится в секрете. Я говорю об адресных проектах, которые инициирует непосредственно группа отдела адресных проектов. То есть это люди по регионам инициируют, уже мэры поддерживают. И недолог тот час, когда весь мир оценит Unibike, который поедет. И я думаю, что это будет, ну, если не мировая сенсация, то как минимум это будет сенсация. И, соответственно, с этого параллельно начнется развитие высокоскоростного транспорта. Уже осенью мы увидим, соответственно, движение городского пассажирского транспорта, грузового транспорта. И то, что мы закладываем сейчас в виде инициации адресных проектов, друзья, это получит свое воплощение уже в конце 2017 года. Мы увидим уже строящиеся адресные проекты. Вначале будет готовиться техническая документация. И, соответственно, никто, кроме нас, этого не сделает. Никто не зафинансирует первые стадии. И никто не будет инициировать адресные проекты, кроме тех людей, которые на самом деле уже живут проектом Skyway, понимают его перспективы и могут доносить эти перспективы на простом даже языке до чиновников, до мэров. И, соответственно, параллельно с этим развивать, это очень важно, развивать сеть. То есть развивать сеть и также общаться с средними крупными инвесторами. Собственно, что и делал сегодня вечером Сергей Анатольевич Сибиряков, это общался по поводу средних инвестиций, то есть 50 тысяч долларов, 40, 50 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, даже 100 тысяч долларов, это считается уже, ну, 100 тысяч долларов это уже выше среднего, конечно, но 50 тысяч долларов это на сегодняшний день уже средние инвестиции, таких инвестиций будет возникать все больше и больше. Причем это в России, это не европейский рынок, и, соответственно, что говорить про европейский рынок, когда примерная сумма того, что европеец тратит на выходных, это как минимум несколько сотен евро, либо долларов, либо фунтов. И, соответственно, я думаю, что тысячи, как минимум, европейцы как сейчас инвестируют, так и будут наращивать этот потенциал. Друзья, этот процесс уже на самом деле невозможно остановить. Мы по праву можем считать, что мы находимся действительно в народном экономическом ковчеге. Я лично безумно рад и счастлив, что в свое время я познакомился с Сергеем Анатольевичем Сибиряком. В свое время я помню тот момент, когда в первый раз я увиделся, встретился с Анатолием Эдуардовичем Юницким. То есть у меня дрожала рука, когда я здоровался с Анатолием Эдуардовичем Юницким, потому что я не представлял, как вообще можно познакомиться с человеком такого мышления лично. И как действительно такой человек может помогать сотням тысяч людей уже на сегодняшний день воплощать их мечты, их желания в виде создания той технологии, которую мы с вами все вместе двигаем. И я безумно рад, что я попал случайно, так скажем, на технико-экономические вебинары, которые проводил еще в одиночестве Сергей Анатольевич Сибиряков. Очень рад присоединиться в этот замечательный дуэт, который мы сейчас формируем. И, друзья, мы с следующего месяца начинаем новый цикл работы, так как слоган «Мы объединяем мир» также относится непосредственно к работе Сергея Анатольевича и моей работе. И мы будем проводить объединенные уже вебинары, как для Skyway Capital, для RSV Systems, так и со Skyway Invest Group, естественно, все могут приходить, так как это направлено именно на общее восприятие, общее увеличение потенциала проекта Skyway. И, друзья, уже, я думаю, с февраля мы запустим опросник по адресным проектам. Много причин было к торможению данного опросника, запуска массового, но уже подходит время,
что нам необходимо начинать дублицировать адресные проекты до определенного этапа. И, соответственно, мы можем научить это делать тех людей, которые действительно имеют в себе силы, и в первую очередь имеют силы действовать по данному направлению, имеют силы компетентно действовать, профессионально, как строить сеть, так и параллельно привлекать инвестиции, так и быть топ-менеджерами адресного проекта. Друзья, каждый из вас в своем регионе может подумать, насколько перспективным может быть внедрение технологии Skyway именно в вашем регионе, насколько большой вклад он может привнести в развитие адресного проекта, какую роль он видит, и если он видит роль не просто инициатора адресного проекта, связующего звена с властями, с министрами и так далее, дальше ничего не делать, а ответственного топ-менеджера, формирующего команду менеджеров адресного проекта, формирующего часть холдинга целого направления, которое будет состоять из различных адресных проектов и направлений в целом именно легкого общественного транспорта, также легкого грузового транспорта. Тогда, друзья, если вы обладаете такими качествами и критериями, то, пожалуйста, пишите мне, Сергею Анатольевичу Сибирякову, мы будем рассматривать, в свою очередь, кандидатуры и будем лично работать, так скажем, модное слово, лично коучить по адресным проектам всех желающих. Будет, я думаю, полная поддержка и помощь от специалистов научно-производственного конструкторского предприятия. И те направления, которые мы уже развиваем, мы будем рассказывать вам, именно тем людям, которые готовы инициировать адресные проекты. Друзья, давайте поставим цель до конца 2016 года инициировать сотни адресных проектов, чтобы только от потока отдела адресных проектов возникло направление как минимум в десятки миллионов долларов. Мы существенно можем достигнуть показатель и в миллиард долларов при совокупной стоимости, окупаемости адресных проектов, которые мы можем с вами инициировать. Без вас мы их не инициируем. Без вас мы представляем, так скажем, пустое место, так как без команды, без движителей ничего в этом мире невозможно сдвинуть. Собственно, как и сейчас происходит в политике, в экономике, нужны новые силы, новая кровь, кое мы с вами являемся. Строй Skyway, спасай Россию. А теперь я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Друзья, всем счастливо. Так, Алексей, что-то у меня с камерой. Слышно меня, да? Слышно, камера не включается. Так, слышно, да? Так, я очень рад, друзья, вас приветствовать. Но это как на дневном вебинаре, у меня почему-то комната не впускает с камерой. Тогда, друзья, подождите еще секундочку, прошу как бы прощения, я сейчас еще раз перезайду, потому что беда это у меня с настройками. Уже третий вебинар подряд. Алексей, можешь тогда еще вот по вопросу адресных проектов и по Красноярску тогда начни рассказывать, а я сейчас перезайду. Дамы и господа, по Красноярску, что у нас планируется? На самом деле планируется экономический форум, на который уже, как водится за практику, нас пригласили на выгодных условиях, и, соответственно, мы там будем выступать с пленарным докладом в лице Сергея Анатольевича Сибирякова по технологии Skyway. Я буду находиться на стенде и формировать именно общее мнение тех посетителей, которые будут посещать наш стенд. Я думаю, что будут посещать и представители администрации. Но одно я могу сказать, что поездка перед экономическим форумом Сергея Анатольевича Сибирякова будет неспроста. Возможно, поеду и я. И это будет именно проработка уже на подписание конкретных документов по адресному проекту. Первые моменты мы говорим открыто, мы сейчас уже прорабатываем. Никто никогда не делал именно вот
подписание документов по адресным проектам по направлению Unibike, вообще как бы по России, по той схеме, по которой мы сейчас развиваемся. Поэтому сейчас все прорабатывается юридическим отделом, все прорабатывается непосредственно отделом адресных проектов, в роли которого мы выступаем с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. И сейчас очень много поменяется в феврале. Вы будете иметь возможность уже непосредственно обучаться адресным проектам, получать в том числе наши консультации, то есть будет определенное консультационное направление. И тот человек, который имеет какой-то спектр и список людей, которые теоретически могут проинвестировать достаточно серьезные суммы, но он не может пообщаться, можно будет с нами, соответственно, связываться, пользоваться нашими знаниями, умениями, и мы будем доводить уже таких людей непосредственно до сделки. Я думаю, что это будет достаточно... Так, Алексей, еще секунду, что-то не могу я опять камеру победить. Алексей, что-то у меня опять вот это беда. Конечно. Да, это самое. То есть уже вот третий вебинар подряд. Настройки. В другой браузер. Сейчас, да, я вот как раз и пытаюсь это сделать, как раз давай еще разок, ага. Вот, ну, собственно, вот на технико-экономических вебинарах почему-то иногда камера не включается. Видимо, как говорят некоторые, энергетика зашкаливает технико-экономических вебинаров. И, друзья, вот, дамы и господа, новички, вот по той информации, которую я дал, я не говорю уже о той информации, которую вам даст Сергей Анатольевич Сибиряков, потому что я подмастерье, я ученик Сергея Анатольевича, я учусь этому уже 2 года. Это не сравнится с тем опытом и знаниями, которые Сергей Анатольевич опытным путем, экспериментальным именно на практике приобрел непосредственно уже при взаимодействии с технологией Skyway, лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким, с Виктором Бабуриным. Тот период, тот этап, который был уже пройден, он никогда не вернется, и тот опыт наработается сквозь года. Но каждый из нас с вами может этот опыт получить, каждый из нас с вами может действительно занять ту нишу, которую захочет в этом проекте. Двери открыты абсолютно для каждого. Я могу привести пример многих руководителей, как фонда, так и Skyway Capital, которые вкли в качестве обычных инвесторов и сейчас занимают руководящие позиции. Но, друзья, это не говорит о том, что мы прекратим рассказывать об этом проекте и развиваться в логике народного финансирования. Без этой логики вообще невозможно было развитие проекта. И на самом деле я счастлив лично, что логика народного финансирования была принята лично Анатолием Эдуардовичем Юницким, потому что иначе ни я не вещал бы сейчас, не имел бы никакого пакета акций, ни, собственно, те десятки тысяч инвесторов, акционеров, совладельцев, дольщиков международной корпорации Skyway не имели бы возможность ощущать уверенность в будущем, уверенность в завтрашнем дне, несмотря на те кризисы, коллапсы, штормы, которые надвигаются в экономике. Друзья, это действительно просто неимоверно заряжает. Я думаю, что с этим согласятся у нас все старички, новички. Я рад и не удивлен, на самом деле, конверсии. Друзья, приглашайте, рассказывайте, кого угодно зовите на данные технико-экономические вебинары, потому что без ответов на вопросы, без какой-либо заинтересованности, неважно на отрицательное либо положительное, но по конверсии вы видите, человек с этого вебинара не уйдет. Об этом мы уж позаботимся, да, Сергей Анатольевич? Обязательно. Вот. Очень рад, друзья, вас всех видеть. Извиняюсь за то, что не смог присоединиться к вебинару для начинающих. И сейчас, видите, уже под конец подсоединился. Но я слушал через мобильную версию, то есть, потому что
спешил, спешил ехать, так сказать. Но, друзья, могу вам честно сказать вот свое мнение, что я прослушал вебинар для начинающих Алексея, дневной мы с ним вместе проводили. Я считаю, очень неплохой вебинар у нас получился, и первый для начинающих, и второй. И сейчас я могу сказать, что когда такого уровня уже, скажем там, партнеры, последователи, друзья, как Алексей, растут, я очень рад работать. И я могу сказать, что сейчас вот команда, которая сформировалась, и вот с которой мы активно начинаем делать вот это новое направление, я могу сказать, что оно просто обречено на успех. Поэтому я считаю, что вы, я думаю, что и новички, которые перешли с первого вебинара, и те, кто постоянно там сходит, я думаю, что от того, как и что доносит информацию Алексей, я думаю, вы получили очень серьезную и информацию, и впечатление. Так, сейчас чуть тише, да? Микрофон и звук. Вот. Так. Так, нормально? О, отлично, ага. Все. Давайте. Ну, а, друзья, действительно, что мы отработали январь, и как мы предупреждали, в феврале будут очень серьезные изменения, они действительно начинаются, и, друзья, я вас могу, ну, не то что уверить, я, не то что поверьте мне, или не то что давайте надеяться, друзья, я вас могу заверить, что то, что сейчас будет происходить с точки зрения новостей, с точки зрения информации, это будет очень серьезная подвижка во всей программе SkyWay. Я не говорю уже о том, что сейчас идут, были встречи в Минтрансе России, и сейчас идут Цыденов, это замминистра, с кем встречался Анатолий Эдуардович на прошлой неделе вместе с Виктором Бабуриным в Минтрансе. Он на следующий день, они были в Самаре, и я вам могу сказать, не понаслышке, а от людей, которые присутствовали при этом разговоре, Цыденов все уши прожужжал Медведеву про технологию SkyWay, и сейчас я могу сказать, идет очень серьезная подготовка дальнейших шагов, в которых будет принимать участие Юницкий в разработке и стратегии развития транспортной отрасли. И мы в ближайшее время увидим ряд шагов, и здесь я не буду предвосхищать, просто могу сказать, что это развитие идет. Я думаю, что и компания, и Юницкий, и Виктор Бабурин, они дальше вам расскажут, как будет идти развитие. Я давайте то, что мы делаем, и то, что касается нашей работы. Ну, не говоря уже о том, тут тоже много задавали вопросов по поводу Австралии. Я могу сказать, что... Так, давайте еще чуть потише. Виктор Бабурин, скорее всего, для договоров по конкретному финансированию адресных проектов, которые запускает уже Red Hook. Это работа уже совместная наша, общая, и группы, которая инициировала приезд Рода Хука, и кто уже потом с ним отрабатывал. И сегодня это приносит серьезные результаты. Это уже контракты на сотни миллионов долларов уже в конкретных адресных проектах непосредственно в Австралии. Это тоже будет очень интересное развитие. Теперь, друзья, то, что сейчас происходит, вот сейчас то, что я сегодня немножко задержался, приношу вам извинения. Я сейчас веду переговоры с правительством Красноярского края на проведение экономического форума, который будет 18, 19, 20 февраля. И сегодня к нам поступило предложение от администрации, и вот я сейчас как раз прорабатываю уже и договора, и соглашение, чтобы на этом форуме мы выставили хороший стенд, на который будет присутствовать как минимум 10 губернаторов сибирского региона. Мы сделаем доклад на пленарном заседании, и сейчас обсуждается, и мы согласовываем текст соглашения, который должен подписать Анатолий Иванович Юницкий и губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский. Соответственно, в тексте этого соглашения будет как минимум 3 адресных проекта, которые вот мы тоже сейчас согласовываем, делаем. И я думаю, что, друзья, на конференции, также, которую мы планируем провести после форума, то есть 21 февраля в Красноярске, мы как раз и презентуем, и покажем, и это будет очень серьезное событие, ну, вообще для нас, для SkyWay, для края, и это будет очень серьезная инициатива. Поэтому, друзья, я прошу меня извинить, но я думаю, что работа того стоит. Алексей готовит, он вам говорил, что сейчас уже соглашение с городом Челябинском, с администрацией для Челябинска. Также в течение февраля, я очень надеюсь, что она будет подписана. На 5 марта у нас намечено писание и также проведение региональной конференции в Самаре. Вот мы
вам говорили, что мы это начали готовить, подписывать это соглашение также будет Анатолий Эдуардович Юницкий. Поэтому мы таким образом запускаем целую сеть адресных проектов, которые уже выйдут на логику сначала согласования с главой региона. Потом мы инициируем уже адресный проект и привлечение туда инвесторов. И третий момент – это проведение нашей региональной конференции. Ну и сейчас, друзья, следующим, опять же, это все идут один за одним события, что 6-17 апреля уже готовится большая научная конференция и экономический форум уже в Ялте, где также будет выступать, где стенд, где мы с Алексеем будем презентовать технологии Skyway, а Анатолий Эдуардович Юницкий готовится к подписанию соглашения с главой Крыма Аксеновым именно по адресным проектам. И апрельский форум, он уже более серьезный, и мы готовим пленарное заседание, потому что на этом заседании будет присутствовать президент России Владимир Путин и министр Дмитрий Медведев. Поэтому, видите, друзья, планка постепенно сама собой увеличивается, скажем так, серьезность того, что мы делаем, все больше и больше приносит понимание. И мы, друзья, я сейчас уже говорю, мы не знаем, что из этого выйдет. Вы знаете нашу логику, мы не скрываем. И когда говорят, не говорите, когда событие пройдет, потом будете говорить. Нет, друзья, вы видели за прошлый год, когда мы не то что анонсируем, мы говорим, что мы готовим, потом что происходит, либо это случилось, либо объясняем, почему это не случилось. Поэтому эти события сейчас готовятся, мы их сейчас запускаем, и я думаю, что у нас по концу февраля-марта будет чем отчитаться, и мы, соответственно, с вами будем анализировать работу. Поэтому у нас на февраль, март, апрель это 10 адресных проектов по регионам. Вот сегодня также мы согласовываем уже с правительством Москвы уже не 3, а 5 адресных проектов в Москве. И сейчас вышли уже на подготовку подписаний. И в активной работе у нас Санкт-Петербург, я также об этом анонсировал, говорил, это активнейшим работа идет, и также за этот период мы выйдем на подписание и на запуск этих проектов. Поэтому это, друзья, работа, которая сейчас делается, и та, которая сейчас на выходе. Поэтому мы не боимся ее анонсировать, потому что что-то будет получаться, что-то, наверное, не получится, но вы знаете, когда мы с Алексеем обещали, что при закладке первого камня, при вкапывании первой опоры мы будем присутствовать, месить цемент и закладывать. Мы, друзья, это реализовали, видели отчеты, записи. Мы с большим удовольствием выполнили свое обещание. И первый бетон, который был в Марьиной горке забетонирован за первая опора, это мы с Алексеем в этом принимали участие. Сегодня, в этом году у нас будет обязательно закладка как минимум 5-10 адресных проектов. Но что самое главное, это проект, связанный с освоением северных территорий Тамторского месторождения, поэтому мы обязательно берем на себя ответственность вам отчитаться, показать, когда будет заложена первая опора в вечной мерзлоте, для того, чтобы показать основное преимущество Skyway, это строительство в высоких широтах, то есть при вечной мерзлоте, потому что это основная сегодня концепция, которая даст развить России и увеличение ВВП до 2014 года в 10 раз. Соответственно, именно практическое ее применение поможет. И я думаю, что мы не побоимся якутского мороза, минус 50, минус 60. И, соответственно, также будем участвовать в закладке. Поэтому, друзья, работа идет, развитие идет. Вы сейчас видите по тем анонсам, которые я сейчас сделал. Я их сознательно сделал, потому что у нас с февраля резко меняется формат работы. Мы с Алексеем также по средам будем проводить вебинары и для новичков, и для тех, кто в проекте. Но вестись они будут уже для всей группы компаний Skyway, не в зависимости от того, где вы зарегистрированы, где вы инвестируете. Вот это уже согласованная сегодня и просьба и других фондов, которые работают, и лично Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что ту информацию, которую мы внесем, она крайне нужна. Тот, соответственно, анализ, который мы проводим, он также нужен для всех, поэтому мы начинаем формат вещания именно для расширенного категории инвесторов. Поэтому смотрите за расписанием не только в Свиге, но и смотрите в Skyway Capital, смотрите расписание на сайте unitsky.com и, соответственно, в новостях РСВ
System.com. Поэтому не теряйте, если нет расписания в Свиге, то есть имейте в виду, что вебинары в это время будут вестись при любой погоде, будут вестись при любом стечении обстоятельств. Единственное, что мы будем варьировать, что иногда будет вести Алексей с Армандом, иногда я, поэтому работы сейчас будет очень много, и, соответственно, связана она как раз вот именно с запуском адресных проектов и с той работой, которая сегодня активно развивается. Поэтому я могу сказать, что также мы сейчас готовим, мы об этом анонсировали, и опять же в феврале это выходит на новую стадию уже и ведения переговоров, и заключения контрактов. Это привлечение первого крупного венчурного фонда, который таки решился сейчас выкупить определенный пакет в технологии скайпарков для того, чтобы зайти в проекты. И сейчас мы приступили уже также к согласованию определенных показателей этого контракта для того, чтобы начать вот первое движение с этим фондом. Это как раз первые ласточки о том, что к нам начинают присоединяться, нас начинают видеть. И здесь, друзья, я это говорил на вебинаре 13-часовом, и сейчас могу сказать вам, что, друзья, это результат нашей работы. Нас стали замечать, и вы видели, как Юницкий после встречи с Минтрансом, когда Цыденов, а это интереснейший парень, интереснейший, ну такой замминистра, он был у нас в офисе еще полтора года назад, когда мы сидели на Марксистской, он смотрел, он тогда не был замминистра, но он уже знаком с технологией. И когда им Юницкий показал ролики, которые вот вы видели в начале, отчет о работе за год, когда он показал работу, которая проделана сегодня нашей командой, он обалдел. Потому что он, друзья, не мог поверить, что группа энтузиастов, собрав огромное количество сторонников, может организовать процесс и может выполнить такой объем работы. А знаете, от чего больше всего он обалдел? От того, что если бы это выполняло РЖД, или если бы это выполнял венчурный фонд Сколково, то, соответственно, у него в голове не хватало столько цифр, сколько на это должны были потратить. И когда он говорил вопрос, сколько же вы денег собрали, столько денег нет, наверное, во всей стране, Юницкий очень скромно сказал, что мы это сделали действительно за небольшие деньги. И это действительно, друзья, заслуга того, что идет народное финансирование и идет отчет перед инвесторами, потому что Юницкий не раз приводил аргументы о том, что идите закажите такую же работу в Siemens, или в Бомбардье, или в ТГЖ, французом скоростной дороги. Вы получите сотни миллионов долларов за ту работу, которую мы сегодня отчитываемся. И когда сегодня при выработке стратегии Юницкий стоит, и у него за спиной Марьина Горка, и сотни тысяч инвесторов работают, это, друзья, дорогого стоит. И это сегодня уже действительно есть что показать. А в Красноярске, когда будем проводить форум, и мы будем участвовать на пленарном заседании, где, я говорю, будут десятки сибирских губернаторов, они обязательно все приедут к Виктору Александровичу Толоконскому, он в недавнем прошлом был полпред президента в Сибирском округе, вот, соответственно, мы уже там готовим сейчас ряд переговоров, кроме Толоконского, еще с рядом губернаторов, это Томская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Республика Бурятия, где мой товарищ является главой республики. Вот, соответственно, это будет целая плеяда запусков адресных проектов, потому что каждые переговоры по нашей установке должны заканчиваться соглашением между ЗАО «Струнные технологии» и руководством региона для того, чтобы мы запускали и инициировали адресный проект. И это, друзья, в феврале, когда мы будем, Анатолий Эдуардович сказал, что не обещает, но постарается, что прототип «Юнибайка» будет уже в действующей модели, и мы покажем действующий Юнибайк. И вы не представляете, насколько нам с Алексеем это приятно, потому что мы, те, кто инициировали это направление, мы показали Анатолию Эдуардовичу, что это очень перспективно, и это надо развивать, а мы это сделали, исходя из общения с инвесторами, с администрациями регионов. Мы запустили этот процесс, и сегодня он дает результаты. И когда у нас сегодня уже есть крупные инвесторы входить в эти проекты, это, друзья, наша с вами работа, и я считаю, маленькая, но все-таки победа на этом непростом пути. Поэтому, а когда в апреле мы будем показывать и делать доклад уже, не знаю, пустят нас пленарное заседание, где будут сидеть два наших первых лица, но то, что на круглом столе, где мы будем презентовать технологии, мы уже обязательно будем показывать испытания легких трасс,
именно прогулочно-экскурсионных, спортивно-экскурсионных и, соответственно, легкого транспорта для небольшого количества перевозок. Но все равно, когда мы вот сегодня обсуждали с вице-губернатором Красноярского края, он, соответственно, задал вопрос, а небольшой объем пассажиров может перевозить ваша легкая трасса Юнибайка? И когда вот те цифры, которые мне дал Анатолий Эдуардович, я сказал, что в принципе до 10 тысяч пассажиров в час, он, честно говоря, обалдел. Он говорит, не может быть, это же легкие юнибайки, это же велосипеды на струнах. Я говорю, да, но пропускная способность до 10 тысяч в час. Чтобы было понятно, друзья, это сопоставимо практически с метро. И ни одна маршрутная система этого обеспечить не может. Поэтому это тоже, друзья, все игрушки, это все тоже начало серьезного пути. Но сегодня та концепция, которая выкладывается, та концепция, которая сегодня продвигается, та концепцию, которую мы сегодня предлагаем, это, друзья, уже можно однозначно сказать, что игрушки тут давно закончились. А когда это идет на фоне катастрофической падения на нефть, и здесь, друзья, возвращаясь к нашей теме, я не могу не затронуть с вами сегодня постановление, ну, экспертный совет при премьере Медведевой. Вы знаете мою любовь к Медведеву, и знаете, что я сказал, что единственное, что я могу к нему относиться по-другому, если он лично пожмет руку Анатолию Эдуардовичу и под запись, и под всем корреспондентам скажет «Строй Skyway, спасай Россию», тогда я могу сказать, что да, это тот премьер, который нам нужен. Пока он этого не сделает, отношение у меня к нему как к крайнему непрофессионалу, который сидит не на своем месте. Так вот, сегодня экспертный совет рекомендовал, вы вздумайтесь, сегодня у нас около 20 госструктур, которые занимаются инновациями. 20 венчурный фонд, это Внешэкономбанк, это сегодня Сколково, это сегодня Нанотех, это сегодня Государственное агентство стратегических инициатив, стратегических разработок и еще там чего-то, чего я, наверное, уже выговорить не могу. Так вот, вдумайтесь, они сегодня создают госкорпорацию, которая включит в себя госкорпорации по инновациям. И тут я вам задаю вопрос, друзья, а когда-нибудь у них дойдет дело до, собственно, инноваций? Или они будут создавать сначала 20 структур, которые занимаются инновациями, потом будут создавать госструктуру, которая уже структурирует структуры, которые занимаются инновациями? И осталось задать один вопрос. Друзья, а вы когда-нибудь покажете, сколько денег вы потратили и что на эти деньги вы сделали? Вот я думаю, что, друзья, мы этого не дождемся никогда. Вот. И с другой стороны, есть проект Skyway. Он на ваших глазах, кто был, а я многих знаю здесь изначально, что есть люди, которые сам, во всяком случае, Алексей Суходоев, еще очень многие, которые они с самого начала в проекте. Так вот, друзья, а нам есть что показать. Мы обозначили свои цели, пошли на страх и риск. Юницкий взял на себя колоссальнейшую ответственность, потому что мы изначально даже не знали, сможем собрать конструкторское бюро или нет. Собрали. Потом вопрос был по финансированию первых разработок, потом по земле. Вы знаете всю эту эпопею, не буду повторяться. Так вот сегодня, друзья, можно сказать, это все работает, это все идет, и нам есть что показать. И на уровне, друзья, министров, губернаторов, а сейчас уже премьер-министров и президентов. И нам не сказать, чем мы занимаемся. У нас, друзья, есть отчет. Мы говорим, что мы создаем технологию, которая «Строй Skyway, спасай планету». У нас есть обозначение и понятие, почему мы спасаем. У нас есть четкое представление, как мы будем выправлять экономику, какие мы будем создавать адресные проекты, что мы дальше делаем. У нас все это, друзья, есть. Есть благодаря экономической технологической школе, которую создал инженер Юницкий. Есть благодаря команде, которая сегодня это четко структурировала и продвигает. И есть благодаря работе, которую мы с вами делаем, когда доносим, привлекаем простых людей, привлекаем профессиональных инвесторов. Вот я лично могу сказать за это время, и тоже буду вести перед вами отчет, провел переговоры, и сегодня инвесторы, с которым провожу, входят на сотни тысяч долларов. И это, друзья, я обязательно вам буду показывать, не просто из-за того, что я сделал, а чтобы вы видели, что есть такие инвесторы, входят такие инвесторы. И буквально вот сегодня в правительстве Москвы группа компаний подписала, ну вот еще не могу сказать, подписала, мы на пороге подписания соглашений, когда они берут обязательство на себя инвестировать пока по 100 тысяч долларов по дисконту,
который сегодня дается в рассрочку. Это, соответственно, для того, чтобы получать тот пакет. И это, друзья, работа, которая делается именно благодаря нам с вами. Благодаря тому, что мы на своих скромных плечах, те, кто инвестировал 20, 30, 50, неважно сколько, друзья, благодаря нашей работе, мы выходим на то, что сегодня начинают рассуждать о том, что они готовы вкладывать по 100, а со временем и по миллиону в месяц. Поэтому это, друзья, залог того, что наша работа будет только развиваться и только продвигаться, соответственно, в развитии. Тут на Путина вопрос. Друзья, как вы понимаете, что отношение у нас к президенту Путину сегодня однозначно в том плане, что сегодня три великих человека меняют историю. И один из них – это президент Путин, который вводит землю в оборот, дает ее всем желающим. Второй – это Элон Маск, который сегодня создает направление по энергетике, который сделает автономные домохозяйства. И третий, друзья, это наш с вами лидер, это тот, в проекте, кого мы работаем, это Анатолий Юницкий, который сегодня дает концепцию транспорта, при которой вся территория России становится доступной, становится легко осваиваемый, и мы сегодня этот транспорт показываем. Поэтому, друзья, я сейчас, кто бы что ни говорил, там, мы стараемся находиться вне политики. Единственное, что, ну, вы нас сильно уж не ругайте, не обессудьте, когда мы критикуем либо правительство, либо определенные действия каких-то чиновников. Это, друзья, профессиональная и выверенная и критика, и, соответственно, подход. Вы, наверное, от меня ни разу не слышали вопрос, когда я сказал, что там кто-то идиот, или кто-то дурак, или кто-то еще что-нибудь. Это в большинстве случаев, не то, что в большинстве, а в основном очень умные люди. Но интересы многих сегодня чиновников, они разнонаправлены. И сегодня отстроенная система направлена на то, что в большинстве случаев их эти люди заинтересованы делать личный бизнес. Это такая отстроенная система. И ее надо менять. И об этом говорит и президент, и в своем послании Федеральному собранию. И эти изменения будут происходить. И я очень надеюсь, что правительство, которое сегодня находится, оно будет заменено на правительство, у которого другие цели. Вот. Они не потому, что они не профессионалы. Просто цели и задачи, которые они преследуют, на мой взгляд, сегодня расходятся с интересами большинства людей, которые живут в стране. А, соответственно, то, что мы с вами делаем, народный проект, народное финансирование, направлено на то, чтобы каждый участник проекта, каждый, кто помогает и действует, получал от этого свои и дивиденды, и выводы, и венчурную премию за риск, который он сегодня несет. Поэтому, друзья, я могу сказать, что вот в этом новом формате, в который мы сегодня входим, а он будет именно обусловлен тем, что мы концентрируемся сегодня на запуске и финансировании региональных проектов, на заключение соглашений именно с точки зрения чиновничьей поддержки. Еще раз прошу, потому что прошу это понять и относиться к этому именно таким образом, что подпись и соглашение между Юницким и губернатором — это прежде всего признание. тут я смотрю, кто вор, то чаще всего он сам, да? Ну, какие результаты у Арнда по Ирландии? Ну, по Ирландии соглашение готовим, Арман сам расскажет, и я думаю, что это будет уже в формате наших следующих вебинаров, вот, которые будут именно несколько расширенные. Поэтому, так, что вы тут... Так, я, друзья, не мешали проект. Так, ну, друзья, я за чатом не слежу, судя по всему, тут, как всегда, появляется какой-то провокатор, который начинает действовать. Друзья, относитесь к этому абсолютно спокойно. Я не сторонник, чтобы закрывать чаты, или не сторонник, чтобы как-то на это реагировать. Просто не всегда приходится и говорить, и читать. Но, друзья, относитесь к этому абсолютно спокойно. Всегда есть недоброжелатели. И сразу еще могу предупредить, тут, друзья, тоже к этому готовьтесь. И я об этом говорил уже на одном из вебинаров, о том, что готовится целая сегодня плеяда, целая волна о том, чтобы Юницкого облить грязью и смешать с абсолютно там, нуля, показать, что у нас сегодня неадекватный человек. На меня будет, вы просто увидите, какое количество информации, потому что у меня есть очень много друзей в правоохранительных органах, еще, так сказать, и они сегодня говорят и отслеживают, что дальше будет происходить. Относитесь, друзья, к этому абсолютно спокойно, разбирайтесь в этой информации. Если вам хочется узнать или ответить, то лучше задайте вопросы напрямую, там, мне, Юницкому, там, нашим лидерам, потому что
ближайшее время вы увидите, друзья, очень много интересного. Опять же, это тоже естественный процесс. У нас получается, мы двигаемся, у нас есть результат, а огромное количество людей, которые потратили, украли деньги, нет никакого результата. И как вы думаете, какое у них отношение к тем, кто создал систему, которая работает, который создает первоклассную научную мировую продукцию? Соответственно, естественно, друзья, отношение к этому будет самое, что ни на есть, отрицательное. И мы своим успехом, мы своим результатом будем вызывать все больше и больше, соответственно, ненависти. Поэтому это и то же самое сейчас в чате, то, что происходит. Это, друзья, и провокаторы, и откровенные люди, которые мешают, и те, кто будут, соответственно, вредить проекту. Это, друзья, абсолютная закономерность. Прошу к этому относиться как к данности любого развивающегося, ну, скажем так. И чем больше вы будете видеть грязи, которые будут выливать на меня, на Анатолия Эдуардовича Юницкого, на весь проект, я думаю, что даже Алексея Суходоева, который, в общем-то, наверное, еще не успел в чем-то так особенно засветиться, и найдут для того, чтобы на его светлое пятно и то поставить так. Как согласуется с законом о Торе? Мы как раз в ближайшее время будем встречаться с губернатором Хабаровского края и Дальневосточного края. И мы будем предлагать несколько другую концепцию, чем та заложена сегодня в законе о Торе. Потому что закон о Торе, территории опережающего развития, он прежде всего регулирует государственные деньги, которые идут на развитие этих проектов. Так как у нас сегодня не предусматривается и даже не предполагается участие бюджетного финансирования бюджетных денег, более того, мы везде ставим во главу угла и прежде всего, с чего мы начинаем, что наши проекты, это все частные проекты, они финансируются не государственными инвесторами и фондами, и, соответственно, закон о торах на тот проект, который мы сегодня продолжаем, не распространяется. Мы вводим свою, если охрана в технопарке, друзья, обязательно есть. Вот, поэтому сегодня мы выводим новую логику, как сотовая связь. И кто смотрел презентацию Элона Маска, когда он выводил и показывал свой выдающийся, я считаю, проект Powerwall, он сказал, что сотовые телефоны выиграли и мобильная связь выиграла гонку у проводных не потому, что кончились провода или провода стали делать по-другому, потому что мобильная связь дала то качество, которое сегодня востребовано потребителям, то, что очень удобно и без чего мы с вами не представляем свою жизнь. Точно так же Skyway, Transnet сегодня дает то качество, которое не может предоставить ни современная железная дорога, ни автомобильная, ни авиационный транспорт. И все это вместе именно будет давать то преимущество, которое сегодня нельзя ни с чем сравнивать. И здесь, друзья, я давайте буду уже закругляться, я потому что подключился попозже. Я, как вы понимаете, могу рассказывать очень долго, и действительно есть очень много интересного, что рассказать, но у нас вебинары еженедельные, и на следующей неделе я надеюсь, что все будет и по плану, и мы будем планово доводить до вас именно те новости и те вопросы, которые есть. А сейчас я могу сказать, что вы видите, что все, что мы сегодня делаем, и о тех успехах, о которых мы говорим, они сегодня идут все на фоне катастрофическое падение экономики. Вы видели, что прошлая неделя показала? Нефть ушла до 27, доллар ушел там уже за 80, начал приближаться, а евро за 90. Нефть чуть скочила до 32, все говорят, о, дно пройдено, так сказать, опять это самое, соответственно, подскочил рубль. Это говорит о том, что никакого, не то что регулирования, а вся экономика напрямую зависит только от того, какая цена на нефть. А так как сегодня ведущие аналитики говорят, что 20 это уже не предел падения цены в этот кризис, именно кризис энергетический, уже 10 долларов это тоже не нижний предел, то есть скорее всего мы увидим цены и ниже 10 долларов. И соответственно сегодня российская экономика абсолютно к этому не адаптирована, и это как раз сейчас показывает и действия правительства, которые уже просто так глупо улыбаются и говорят, друзья, особенно высказывание Шувалова мне понравилось, что, ребята, а почему вас так сильно интересует и почему вы так реагируете на колебания курса? То есть у нас же все в рублях, и не обращайте внимания, ничего страшного не происходит. Но я понимаю, что у него, наверное, нет маленьких детей, или он сам давно не входит в магазин, а потом Шувалов – это долларовый миллиардер, и у него
что, наверное, с деньгами все. Я могу сказать, что когда я захожу за детским питанием, за памперсами и так далее, и я вижу изменения в их цене за последние 2-3 месяца, я, честно говоря, я никакого удовольствия от этого не испытываю. А так как у нас все идет, особенно для детей, качественно, это импортное, потому что либо это низкого качества с аллергией, либо платишь любые деньги, чтобы это было европейского качества, друзья, ничего приятного я в этом не вижу. Если нам говорят, у нас инфляция ниже 10%, я не знаю, где они считают. Если в буфете в Белом доме, наверное, у них там все в порядке. Если на обычном городском рынке в Звенигороде или в магазине, где я покупаю детское питание, там, друзья, совсем другой подход. Вот, поэтому сейчас мы стоим на том, что мы с вами будем видеть, что Skyway, с одной стороны, развивается, активно двигается, и наши с вами, и пакеты капитализируются. И мы видим, как это развивается, как адресные проекты строятся, как расширяется система влияния Skyway. И при этом мы видим, будем видеть затухание и кризис в экономике. Причем в этот раз, если в 2008 году нас пытались убедить и показать, что весь кризис это нам привнесенный извне, что во всем виноваты мировые финансовые группы и так далее, то сегодня мы видим падение цен на бензин в Европе, мы сегодня видим рост всех котировок основных компаний и Европы, и Азии, и Америки, и мы видим катастрофическое падение только в двух странах сегодня. Это России и Венесуэлы. Мы сегодня видим девальвацию валют. Мы сегодня видим предкризис состояния в Казахстане. Украину обсуждать не будем. Она вообще находится в последние полтора года только в кризисной ситуации. И выход оттуда, наверное, уже в ближайшее время не предвидится. Вот, соответственно, друзья, это два процесса, которые мы будем наблюдать. Здесь, к сожалению, мы с вами будем все анализировать через Skyway. И при этом мы будем говорить, да, друзья, ситуация за бортом нашего ковчега очень сложная. Да, друзья, но мы с вами строим систему, которая нас должна вывести из той бури, через которую мы проходим. Еще один очень интересный вопрос, который мне задавали сегодня крупные инвесторы, которые говорят, а если завтра доллар рухнет, а у вас номинировано все в долларах, то наши, соответственно, инвестиции тоже уходят. Тут скажите, рубль продолжит. Ну, по-моему, я ответил уже на этот вопрос с нашим, так сказать, несчастным рублем. Вот, соответственно, при ответе на этот вопрос, я говорю, друзья, самая главная и большая сегодня заслуга того проекта, который мы делаем, что он привязан не к какой-либо валюте, доллар, рубль, фунт, или просто мы сегодня номинируем в рублях, в долларах, потому что компания, где зарегистрирована, она имеет эквивалент. Самое главное, что сегодня происходит, вы находитесь в реестре компании, которая обеспечена интеллектуальной собственностью инженера Юницкого. И, соответственно, когда с вами будем выходить на уже свободный оборот акций, вы будете либо получать дивиденды, либо можете их продать, то, соответственно, и дивиденды, их цена будет номинирована в той валюте, которая на тот момент нам будет интересна и которая будет иметь вес. Потому что все инвестиции, которые сегодня идут, они не находятся ни на одном финансовом рынке. Они не инвестируются ни в одну компанию, кроме струнные технологии. Соответственно, все, что мы с вами делаем, это строим и капитализируем интеллектуальную собственность. Поэтому, на наш взгляд, сегодня, друзья, в той сфере, которая сегодня происходит, финансовом падении, а мы с вами с каждым месяцем, с каждым, скажем, днем будем видеть все это больше и большую панику, потому что сегодня инвесторы уже начинают искать просто, куда вложить деньги, как сохранить то, что есть, и как раз высокотехнологичные проекты, которые создают инфраструктуру, а это, друзья, как раз то, что мы с вами и делаем. Это, на наш взгляд, единственная гавань, то, что сегодня есть. И вот пример работы, как раз, друзья, я очень отрабатывал сегодня эту технологию специально для того, чтобы вам рассказать и показать, что те крупные инвесторы, которые сегодня подписали рассрочку с каждым месяцем по 100 тысяч долларов, мне их привели, друзья, как раз наши партнеры, наши агенты, которые сами не могли довести информацию и попросили меня встретиться и
соответственно, ввести доказательную базу. И я могу сказать, что сегодняшний разговор начался, ну, помимо того, что он был в присутствии крупных чиновников московского правительства, которые уже в проекте, вот, соответственно, он начался с отрицания, потому что пришли юристы этого инвестиционного фонда, и они начали очень отрицательно говорить о том, что мы с вами делаем, как выстраивается работа. Ну, закончилось, как я уже сказал, документами, которые есть. Поэтому, друзья, не стесняйтесь нести информацию. Второй вопрос. У нас отстроена система консультаций. И можете доводить вплоть до меня, когда вы чувствуете, что инвестор готов сегодня, но ему нужна квалифицированная помощь, обращайтесь напрямую, обращайтесь в техподдержку. Мы будем вам помогать. И не бойтесь, что вы потеряете свои... У нас отстроена система, что если этот инвестор принимает решение инвестировать, вы свою часть, вы свою реферальное вознаграждение обязательно получите. Это вам я даю там 100% гарантию. И если вы хотите юридически это защитить, то будем защищать юридически. То есть это, друзья, тоже нормальная работа. И не стесняйтесь, если вы не можете так квалифицированно донести информацию, как я. Я все-таки, друзья, занимаюсь этим там, больше 15 лет. Ну и второе, у меня все-таки ряд еще и экономических, и докторских диссертаций по поводу экономики и управления. И я студентам читаю уже 15 лет лекции про Skyway. Поэтому у меня есть определенный опыт в этой работе. Поэтому не стесняйтесь, друзья, мы отстроим эту систему, когда ваши интересы будут обязательно защищены. Не будет хвататься моей компетенции, я вам гарантирую, что я смогу организовать и прямое включение, и разговор с Анатолием Эльдаровичем Юницким. Если надо будет серьезному инвестору, чтобы из первых рук, из первых уст услышать информацию, то и это вам будет, друзья, обеспечено. Поэтому давайте работать вместе, давайте организовывать этот процесс. И сейчас мы готовим целую команду таких консультантов. Ну, во главе этой команды стоим мы с Алексеем. Дальше еще готовится очень большое количество именно высокопрофессиональных людей, которые могут ответить на технические вопросы, которые могут ответить на экономические вопросы, которые могут закрыть всю юридическую часть. И второй вопрос, мы всегда, если сами не сможем это делать, подключить первых лиц компании, которые дадут ответы. Поэтому давайте тоже это выстраивать, делать, смотреть. И, соответственно, это, вот как показала сегодняшняя практика, потому что тот, кто, я не буду называть, естественно, вам менеджера, который или агента, который привел, но я могу сказать, что с тех инвестиций в сотню тысяч долларов он будет получать очень серьезное свое вознаграждение. И это, друзья, абсолютно, я считаю, заслуженно. Вот. Ну вот, друзья, давайте тогда этот вот наш, скажем так, крайний вебинар вот в этой серии, как мы вам обещали, вебинаров 2015 года, и мы говорили, что с февраля, с марта у нас очень серьезно меняется формат работы. Вот, поэтому давайте следующий вебинар в среду, он также будет по расписанию в 12 и 13 часов для Дальнего Востока, в 19:20 для европейской части. За расписанием следите теперь уже на разных ресурсах. Это и РСВ, это и Юницкий.ком, это и Skyway Capital, это и Skyway Invest Group. Мы, друзья, как вы видите, объединяем мир, и время объединения, время совместной активнейшей работы пришло. Поэтому, друзья, мы все одна команда, мы все одна семья Skyway, и это очень важно, потому что мы с вами сейчас будем все дальше и дальше видеть те результаты, к которым мы с вами стремимся, но впереди у нас, друзья, еще колоссальная работа. У нас с вами огромнейшая сегодня задача по окончанию строительства экотехнопарка, по запуску адресных проектов и, соответственно, по созданию той сети Transnet, которая сегодня активно строится по технологии инженера Юницких, струнные технологии. Ну а здесь, друзья, я в конце, как всегда, сначала, как вы понимаете, для нас это был девиз, потом лозунг, а сегодня это программа к действию. Это, друзья, строй Skyway, спасай планету, потому что других сегодня вариантов просто нам не оставили. Поэтому, друзья, я благодарю, что вы с нами, я благодарю, что вы работаете и на своих скромных плечах вытаскиваете такой сложнейший, важнейший, колоссальнейший проект.
И нам, друзья, с вами через некоторое время будет действительно что вспомнить, нам действительно будет чем гордиться. И я сегодня с большим удовольствием рассматриваю фотографии 15-летней давности строительства полигона. Сегодня уже есть фотографии, которые идут с сегодняшней Марьиной горки, с сегодняшней конференции. Мы действительно, друзья, стоим с вами у истоков изменения, у истоков создания очень серьезного дела. И у кого хватило решимости, у кого хватило мужества и интуиции прийти, финансировать это, друзья, дорогого стоит. А я не то что надеюсь, я абсолютно уверен, что те венчурные премии, которые мы сегодня в экономику через дискаунты, это, друзья, будет наше действительно достойное вознаграждение, это будет действительно достойная прибыль того инвестиционного пакета, который мы с вами сегодня, друзья, формируем. Надеюсь, что в следующую среду уже и Анатолий Дарьевич Юницкого будет очень ряд серьезнейших новостей по движению Минтранса. Я вам обязательно покажу несколько очень интересных уже вопросов, связанных с продвижением в Красноярском крае. Поэтому, друзья, вперед! И здесь я думаю, что это тот редкий случай, когда все зависит только от нас. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Давайте до следующей среды традиционных наших экономических вебинаров, вот, технико-экономических. Ну и дальше как раз уже наша вся общая команда Skyway даст на февраль, на март новые ориентиры. Мы будем двигаться уже в новом русле. Все, друзья, спасибо за внимание. Давайте до встречи в следующую среду.